Добрый день, с вами Наталья. И сегодня я хочу показать, как мы кормим своих мышек-песчанок и что они любят есть. Вот я вытащила одну красавицу из клетки. Они очень нежные, они очень милые, они очень ласковые животные. Но вот она не может пережить, почему ее забрали от ее подружки. Итак, они очень любят семечки, просто обожают их. Когда даешь, еще не любят, когда иногда им, они любят лускать сами, или когда им еще иногда почистишь. Тоже им очень это нравится. Кукуруза нам нравится в качанчике. Мы любим зернышки погрызть и верхушечку листьев тоже очень нам нравится. А еще мы любим уже высушенную кукурузку, которую можно кушать круглый год. Эти зернышки такие желтенькие. Гречку очень любят. Тоже даже дерутся иногда из-за нее. Обожаю тыкву, кушать саму тыкву, хвостики от нее. И очень-очень любят тыквенные семечки. Им очень не нравится. А еще они любят очень нежные, сочные, зеленые огурчики. Когда им нарежешь с кусочками или когда срежешь курочку, и они за ней очень сильно дерутся, выхватывают и убегают по разным уголочкам. А еще они любят кабачки любого сорта. И соцветия любят пожевать. И шкурочку, и внутри. Зеленый горошек им очень нравится. Нежный, молодой зеленый горошек. И от старого они не отказываются, только не нужно давать им много старого горошка, чтобы у них не болел животик. Вот такой получен. И еще они любят вот такие замечательные орешки. Погрызть верхушку и погрызть серединку. Очень нравится кишью. Нежные, сочные, вкусные, со специфическим вкусом милые орешки. От грецкого ореха они тоже не отказываются. Еще они любят погрызть перегородочки и саму кожуру. Арахис лучше давать даже в кожуре. Им очень нравится сгрызать вверх, а потом самим доставать красивые внутренние семена и грызть, а уже сами орешки. Еще они любят очень сочный, нежный зеленый салатик, в котором много витамина. Не откажутся они от рукколы. Руккола специфически имеет вкус, но им тоже очень нравится. Очень они любят кольраби-листики. Мы их высаживаем с дачи на балконе, и они грызут их круглый год. Буряк им очень нравится. Свекла, кто как называет. И сами корнеплоды, еще морковочка. Любимое лакомство вообще грызунов. Не откажутся они еще и от ботвы морковки. Очень любят ее погрызть сочную и нежную. Также им нравится сладкий перец, разноцветный, любят листики покушать. Если ствол привезешь, значит, тоже очень им нравится. Но самое интересное, когда разрежешь перец на несколько частей, и они тогда грызут с удовольствием семечки, любят яблочки, клубничку, особенно любят хвостики от клубники. И очень любят абрикосы, нежные солнечные плоды, соцветия плодов и листики тоже. Еще они любят бананы, но бананы, внутреннюю часть самого банана, не очень. А вот шкурочку погрызть – это милое дело. Очень нам нравится этот фрукт. Очень любят черешню, особенно хвостики от черешни. Еще любят косточки, когда они из компота вынимаются. Арбуз. Шкурки от арбуза, сам арбуз не очень едят. Очень любят косточки. Еще им нравится боярышник. И листья, и веточки, и сами плоды. Не откажутся они и от плодов, которые уже высушены, которые можно давать круглый год. Очень они им нравятся. Есть даже видео. Еще им нравится проса. Все вы знаете, что это прекрасный продукт для животных. Очень нравится овсянка. Овсянка, геркулес тоже они обожают. Ну и самое любимое лакомство – это сухарики. Это вообще их любимый продукт. Еще любят они корочки хлеба.
Тут я показываю, они любят веточки фруктовых деревьев, череночки от всяких фруктов очень любят. Им нужно обязательно давать их, чтобы зубки стачивать. Ну и не откажутся от комнатных растений. У меня даже есть видео, какие растения можно давать. Очень любят хлорофитум. Это я обнаружила, когда стояла рядом клетка. Ну и фиалки нам по вкусу, и листики, и цветочки мы тоже очень любим и даже за них деремся. Причем разные сорта нам подходят. И дорогие сорта, и попроще, и любой цвет. Еще любят очень колиус разноцветный или крапивка, как мы называем по-другому это милое растение. Дорогие зрители, в следующем видео о песчанках вы увидите, чем нельзя кормить своих питомцев. Если вам понравилось это видео, поднимайте пальчики вверх. И всего доброго, до новых встреч. Пока-пока.